Okay, ja, izvinjavam se. Здравствуйте. Меня зовут Витя Инго Фице. Я из Берлина, из Германии. И я там работаю в больнице Charité. Может, кто-то знает вот эту больницу. Я говорю по-русски, как вы замечаете. Скажем так, я давно назад я учился здесь, в Москве. Потом забыл русский язык и сейчас опять начинаю медленно восстановить мой язык. И надеюсь, что вы меня понимаете. Это. Я хочу вам несколько сказать о чем, о диагностике терапии нарушения сна. Это тот, с которым я занимаюсь последние 20 лет. Я в 1990 году открыл мою лабораторию сна при Charité. И я был первым, который открыл такую лабораторию в восточной части Германии, в западной части уже были, скажем так, 10-20 таких лабораторий. Сейчас у нас в Германии 350 лабораторий сна для, как вы знаете, 8-10 миллионов человек. Так что вот эти заболевания сна очень распространены. И есть различные заболевания, что я хочу сделать в первой части нашего доклада. Я хочу вам сказать несколько об сне, об тех заболеваниях, которые тоже часто не связаны с нарушением дыхания во сне. И во второй части нашего доклада София Совмарова будет вам сказать несколько слов о нарушении дыхания во сне. София, коллега, которая работала здесь в Москве, потом она была полтора года у нас в Германии, изучила немецкий язык и все, что связано с диагностикой терапии сна. И она и будет работать в АУ-медицине с начала следующего года, если мы откроем лабораторию сна здесь, на этой территории. И поэтому нам очень рад, что вы сегодня здесь. И, может быть, в будущем некоторые больные будете послать сюда в клинику. Во-первых, что надо знать о, скажем так, о здоровом сне. Сколько надо спать вообще по длительности сна ночи? Ну, скажем так, это можете вы сказать каждому больному, надо спать в принципе 7 часов. И 7 часов независимо от возраста. Длительность сна меняется чуть-чуть между, ну, после рождения до 25 года, снижается до 7 часов, но потом останется на этом уровне до большого возраста. Иногда скажется, чем старше, чем меньше мне нужен сон, это неправильно, тоже 75-10-летний больной, ему нужен 7 часов. Ну, скажем так, не нужны 7 часов обязательно ночью, но может ночью только 5 часов или 6 часов, и потом еще днем спит 1 час. Так что получается за 24 часа хотя бы 7 часов. Минимум, чего нужен, это 6 часов. Допустим, если нет времени, чтобы спать в течение недели, тогда их хватает 6 часов. Ну, как мы все сделаем, в субботу, в воскресенье мы спим дольше, и поэтому в сумме нам нужен 7 часов за день. Я хочу вам что-то сказать о определении сна, что такое, почему мы спим, о методе измерения и о нарушении сна. Во-первых, как функционирует центр сна, мы сегодня знаем, что есть гормоны, которые ответственны за сон, и нейропептиды, гормоны, которые ответственны за бодрственность. И вот центр сна поэтому функционирует как весы, есть нейропептиды бодрствования днем с одной стороны и гормоны сна с другой стороны. И какие это гормоны? Гормоны бодрствования – это так называемые гистамин, норадреналин, эпинефрин, допамин и самые
naja, скажем так, который знает только за последние 5 лет, это так называемый урексин или гипокретин. И с другой стороны, с центра сна, там действует мелатонин, аденозин, ГАБА, я еще скажу, что такое, и это основное. У нас, в принципе, 3-4 вещества нейропептидов для сна и 8-9 нейропептидов для бодрствования. И так работает вот этот центр сна. И еще вот центральный гормон, который как работает как полицист, как полисмен, это в принципе из латерального гипоталамуса, это урексин. Урексин или гипокретин, это самый важный гормон бодрствования. Если его нет, тогда целый день спим. Для чего мы спим? Мы спим, чтобы хранить энергию. Мы же сами, у нас, как вы знаете, одна температура тела весь день, и это тратит много энергии. И ночью падает температура тела, поэтому мы сохраним энергию. Нам нужен сон для отдыха, для психического и физического отдыха, нам нужен сон для памяти, для иммунной системы, конечно, и чтоб не стареть, и чтоб, тя, выглядеть лучше, и для внешней привлекательности. Also много функций сна, о которых мы сегодня знаем. Что сделает острый дефицит сна? Если одну ночь спать только 5 часов или 4 часа, тогда страдает в основном, also ухудшается быстрота, затем точность и концентрация действия, далее память и в конце концов Ziele. Но в основном страдает после одной ночи память и быстрота и точность. Если есть хронический дефицит сна, это другая вещь, тогда вот все эти штуки тоже страдают, но потом уже начинается страдать скелетная мускулатура, начинается страдать плотность костей, из-за патологического влияния на иммунную систему уменьшается устойчивость к инфекциям, и последнее, мы сегодня уже знаем, что хронический короткий сон, он влияет на артериальное давление и на продолжительность жизни. Это все мы сегодня уже знаем. И, конечно, самое распространенное последствие недостаточности сна – это сонливость. И как это может выглядеть, вы видите на этой видеографии. Сейчас вам покажу. Это таксист, ja? Такси-драйвер, как по-русски? Таксист. Водитель такси. Заснул и сделал аварию. Этот таксист из Канады, и он умер при этой аварии. Он заснул за рулем, и это самое. Он страдает, семья страдает, и если это водитель какого-то автобуса, тогда еще больше людей страдали бы. Это следствие сонливости в день. Очень опасно, как вы видите. Занимались участие в таком исследовании вокруг Берлина, там регион Потсдам называется, и там 30 тысяч жителей спросили об качестве сна. И следили за этими людьми за 8 лет. И что нашли? Те, которые спали за 8 лет меньше 6 часов, у них наблюдается рост заболеваемости диабетом, инфарктом, инсультом и даже рака. Also есть большой риск, ja, получить такие заболевания, как диабет или инфаркт или рак,
если хронически, если человек хронически спит меньше 6 часов. Вот это мы сегодня знаем очень хорошо, и поэтому действительно придется рекомендовать длительность сна не меньше 6 часов, я вам уже сказал. С какими методами мы исследуем сон? Ну, методы измерения сна – это те же самые, которые были 50 лет назад или 40 лет назад. Тут ничего не изменялось. Мы меряем до сих пор волны, also электроэнцефалографию, самое с кости, also снаружи, и там меряется только 1 сантиметр, 2 сантиметра под черепной коробкой, не больше. И потом мы еще меряем, как вы здесь видите, это самый молодой парень, которого мы мерили дома. Потом мы мерили электроокулографию, миографию, also движение челюсти. Мы мерим частота сердечной сокращательности. Потом здесь маленький микрофон для храпа. И мы мерим, конечно, дыхание. И еще активность и положение тела. Это те параметры, которые мы меряем. Эти компьютеры, они стоят в одном в одной комнате, где мы ночью следим за нашими больными. И как эти кривые выглядят, это вы видите здесь, это электроэнцефалография, это окулография, это миография, это саундхрапение, это храпение, это электрокардиограмма, это насыщение кислорода в крови и это дыхание. Это все, что мы меряем. Конечно, с этой техникой, она сегодня уже миниатюрованная, очень маленькая техника, можно и спать дома, без проблем. Проблем, почему нам нужны лаборатории в клиниках, это из-за того, что нам нужен тоже видеографию. Видеографию сделать дома, это очень трудновато и еще сложно реализировать. Ну, если человек храпит, или если он движется челюстно и даже сами, целым Körper, телом, да, спасибо, тогда мы здесь видим какие-то Артефакты и, может быть, мы не можем интерпретировать. Поэтому нам всегда нужен не только кривые, но тоже вот эту картинку. И поэтому мы меряем в лаборатории нах. Ну, и что мы получаем? С этой техникой мы получаем так называемый профиль сна. Что такое? Может, вы знаете, что мы ночью спим циклами. У каждого человека ночью от 4 до 5 таких циклов глубокого и быстрого сна. Один цикл длится 90 до 100 минут и повторяется 4 до 5 раза. Да? И с одной особенностью, глубокий сон станет утром короче и короче, и быстрый сон после засыпания очень короткий и станет больше и больше с утра. Так что такая динамика есть быстрого и глубокого сна во время ночи. Все-таки есть за последние годы уже доступная такая миниатюрная техника, с которой тоже можно дома чего-то мерить. И одна техника, которую мы любим, это так называемая актиграфия. Что такое? Это часы. Это часы, как вы видите, можно ставить на руку. И в этих часах есть датчик ускорения. Если человек движется, тогда он бодрствует. Если он долго не движется, тогда может он спит. И с этой техникой хорошо можно приблизительно считать сон. Мы сделали исследование с балеринами из государственного балета в Берлине. Мерили 28 балеринов. И это самый пример измерения, двухнедельное измерение. И как вы видите, здесь она не движется, значит, она спит. Балерины, они очень поздно идут спать, 2 часа ночи.
станут 8 часов, и днем они активны, как вы видите, и днем, и ночью неактивные, спят. Это такой индиректный метод измерения сна. Стоит сделать у тех, которые страдают инсомнией, допустим. И еще другая так называемая амбулаторная техника, это полиграфия для тех, которые страдают храпа и нарушение дыхания во сне. И эта техника, там мы меряем те же параметры, как и в лаборатории сна, кроме сна. Это значит, мы меряем положение тела, мы меряем насыщение кислорода в крови, есть пульс и еще дыхание. И что вы видите, вот этот пример одного человека, который спал дома с этой амбулаторной техникой за 8 часов. И что мы видим? Мы видим, человек лежал на правой стороне, потом он вставал в 10 часов, опять ложится спать. Левая сторона сбоку, еще раз вставал, сбоку, еще раз вставал, в 2 часа опять на спине лежит, потом третий раз вставал ночью, в 4 часа опять лежит на спине. Долго лежит на спине. Потом мы видим здесь насыщение кислорода в крови, и видно, что здесь и здесь какие-то фазы, где меняется насыщение кислорода в крови. Это фазы, где апнея и гипопнея, нарушение дыхания во сне нашли. И еще одна особенность у этого человека, вы здесь видите пульс, и так выглядит ночной пульс. 60 за минуту, это хороший ночной пульс. Вы смотрите, что здесь случится. В 10 часов пульс меняется, и пульс прыгает. С 6 до 90, 96, 96, 96, все время прыгает. Что случилось? Этот человек падал с нормального пульса в мерцательную аритмию. Что мы видим с этим? Что вот эти нарушения дыхания во сне, они большой риск, чтобы развивать ночью мерцательную аритмию. Какие еще тесты или методы измерения в лаборатории сна? В основном это, конечно, мы тоже днем можем мерить, но не сон, днем мы меряем сонливость. Как мы это сделаем? Там разные тесты. В принципе, принцип этих тестов такой, каждые 2 часа человек либо лежит в кровати, либо он сидит перед монитором, в комнате, где нет света, и он должен за 20 или 40 минут чего-то нажать там на какие-то кнопки. И если человек сонливый, он сразу заснет через 5 минут. И такими тестами можно объективно оценивать сонливость. И мы еще оцениваем качество жизни, но это не с тестом, а просто справочниками. Там специальные справочники, качество жизни для тех, которые страдают нарушением дыхания во сне, есть специальные справочники для других больных. Так что эти наши основные инструменты, с которыми работаем в лаборатории сна. Нарушение сна, что такое? У нас в основном 6 категорий нарушения сна. Первая категория – это инсомния. Вторая – это нарушение дыхания во время сна. София вам будет говорить об этом. Центральная гиперсомния – третья категория. Четвертая – циркадианные нарушения цикла сон-бодрствования. Пятая – это парасомния. И шестая – нарушение движения во сне. Это самые главные категории нарушения сна. Некоторые примеры. Сначала распространенность этих заболеваний. Как вы видите, самые распространенные – это инсомния. Ja, если человек не может спать, это хотя бы в Европе у каждого 10-го человека. Каждый 10-й немец, допустим, не заснет или, если заснул, потом уже возбудится и даже не может спать, имеет инсомнию. Это очень часто. И каждый 4-й человек даже требует медикаментозную терапию.
Это самое распространенное нарушение сна. На втором месте есть нарушение дыхания во время сна. 2-4% населения. Потом синдром беспокойных ног. Примерно 5%. И очень редко, только как пример, это так называемая нарколепсия. Я вам покажу, что такое. А, во-первых, здесь уже написано. Нарколепсия, что такое? Очень редкое заболевание, но это классическое заболевание сна. Что такое? Это если получается приступ засыпания преимущественно у молодых людей, протекающие в виде атак сна и катаплексии днем. Если днем вдруг получается сон, и даже с потерей мышечного тонуса, тогда это называется катаплексия, тогда это знак для нарколепсии. Обычно страдают молодые люди, больше мальчики, чем девочки, и возраст, когда сами эти симптомы первый раз получаются или показываются, это среди 16 лет и 20 лет. Also молодые люди придут к нам и говорят, ночью я засну, не хочу заснуть, но я засну не один раз, не два раза, может даже 4 раза, и иногда я даже потеряю тонус, мышечный тонус. Почему это состоит? Потому что мы сегодня знаем, там генетические Ursachen, причины, да, и что важнее, есть недостаток орексина. И вы вспомните, я вам сказал, орексин – это самый важный нейропептид бодрствования. Если его нет, тогда человек целый днем спит. Что можно сделать? Есть два лекарства хорошие. Во-первых, это вещество для бодрствования, это модафинил, очень распространен в Штатах. Там можно купить это не только в аптеках, но даже в универмагах обычных. У нас в Европе и в Германии вот модафинил надо выписывать. Да, модафинил. Это очень хорошее вещество. Я всегда скажу, модафинил лучше, чем кофе, чем кофеин. Потому что кофе тоже сделает бодрствование, но влияет на сердечно-сосудистые системы. Модафинил только действует на центр сна и ничего не сделает с вегетативной системой. Это модафинил. И еще другое самое лекарство – это гамма-гидроксимасляная кислота. Это самый крупный, самый важный нейропептид сна. Мы все спим из-за ГАБА, из-за гамма-гидроксимасляной кислоты. И с одной стороны, если человек получает ГАБА, тогда он лучше спит. И еще и с другой стороны, вот этот ГАБА снимет катаплексию. Поэтому пациенты с нарколепсией не только получают модафинил днем, но тоже ГАБА ночью. Это гамма-гидроксимасляную кислоту. Парасомния. Что такое? Парасомния для нас самое интересное нарушение во сне. Потому что если мы меряем такие человеки сами в лаборатории сна, там что-то случится. Да? Они не только спят и храпят, они что-то сделают. Я вам покажу два примера из нашей лаборатории. Смотрите на этот молодой парень, пожалуйста. Он, кстати, спит. И кушает. Есть много взрослых человек, которые сами находятся в снохождении и дополнительно кушают. У него был, что была причина и прийти к нам? Была только одна причина. Он жил вместе с 5 другими студентами в одной комнате. И они все утром, они всегда жаловались, что в холодильнике ничего кушать. Почему? Потому что он ночью вставал и кушал. И что он кушает?
Он не кушает салат или яблоко или чего-то другого. Он кушает именно картофельный салат или мясо или что-нибудь другое. Как вы знаете, вкус ночью совершенно другой, чем днем. Наja, и что сделать? Я потом скажу, что делать сейчас. Это сно рождения. Она происходит при глубоком сне. При глубоком сне. Это важно знать. Следующее. Смотрите на это движение. Тоже во сне. Совершенно другая картинка. Да. Он борется. Ja, heißt das so? Genau. Да, движения другие. Он не в глубоком сне, он в быстром сне. Он что-то видит, он борется, и поэтому сами движения такие некоординированные. И поэтому надо сами тщательно смотреть, эти движения, они при глубоком сне или при быстром сне. Но все равно лечение одно и то же. Лечение всегда лекарство, и лекарства очень старые, вы знаете, наверное, это бензодиазепин. Вот старые лекарства против инсомнии, это бензодиазепины, может, вы знаете, лорметазепам, о диазепам, такие вещества. И мы дадим вот этими людьми за минимум один год, они получают, забыл, какой пам, тетрацепам, но один из этих бензодиазепин. И можно даже иногда через год заканчивать терапию, и потом эти эпизоды уже не видны. Это так называемая парасомния. Следующее нарушение сна – это определение синдрома беспокойных ног. Это инсомния, но это одно нарушение сна, которое получается только от интервью с больным. Если у вас есть больной, который страдает синдром беспокойных ног ночью или вечером, тогда вы спросите его только 4 вопроса. Первый вопрос, как с движениями ног обычно, вопросы, это уже ответы. Если вам больной отвечает вот на эти, с этими 4 ответами, also, во-первых, движения ног обычно сопровождаемые неприятными, непереносимым ощущением. Наступление ухудшения и состояние покоя или неподвижности. Частичное или полное облегчение симптомов при произвольном движении ног. И четвертое, ухудшение вечером или ночью вот этих симптомов. Если отвечает больной на все эти 4 симптомы, да, я страдаю этими симптомами, тогда уже ставится диагноз restless legs or синдром беспокойных ног. Это уже все. Что сделать с такими больными? Конечно, можно тоже исследовать в лаборатории сна, потому что есть различные, есть синдром беспокойных ног, это симптоматика, а есть еще другое, это периодические движения ноги во сне, это другое дело. И если люди тоже страдают, что они ночью часто возбуждаются, и потом ноги болеют или неподвижные, тогда эти люди тоже придется исследовать в лаборатории сна. Но те, которые только страдают вот этими симптомами вечером, их не надо обязательно исследовать в лаборатории сна. Там сразу можно начинать терапию. И что, какую терапию мы сделаем? Эти больные все получают лекарства, и это, знаете, наверное, это допамин, L-Dopa. Это препарат, который тоже даст, мы дадим больным с Паркинсоном. И больные с синдромом беспокойных ног тоже получают допамин. Но концентрация гораздо ниже, чем те дозы, которые получают больные с Паркинсоном.
Это помогает очень хорошо, и там новые лекарства на рынке. Что такое инсомния? Я сказал, это самое частое заболевание сна. Что такое? Есть это время, если время засыпания больше 30 минут и не менее 4 ночи в неделю, тогда это инсомния. Или если общее время бодрствования за период сна, если человек заснул, ночью проснет, и потом опять длится минимум 30 минут заснуть, тогда это тоже инсомния. И еще один третий параметр – это эффективность сна. Что это эффективность сна? Это общее время бодрствования за период сна. И общее время бодрствования за период сна должен быть меньше 15%. Also если вы, допустим, спите ночью 8 часов, тогда вы можете 15% от вашей ночи вы можете быть бодрствованным. Это еще хорошее качество сна. Но если бодрствование снимет больше 15% от вашей времени в кровати, тогда это уже уменьшенное качество сна. И мы отличаем еще острая инсомния и хроническая инсомния. Что такое острая? Острая, если человек страдает меньше 3 месяцев, и хроническая инсомния, если больше 3 месяцев. И обычно, это тоже у нас, я сказал вам, у нас много лабораторий сна, у нас, скажем так, медицина сна уже, наверное, более-менее развита в стране, но все равно, каждый день мы видим у нас в амбулатории 10 человек, которые придут с инсомнией и мне говорят: «Доктор, я страдаю этим симптомом уже 5 лет, или 6 лет, или 3 года». Люди придут к нам очень-очень поздно, слишком поздно. Уже попробовали всякие лекарства, и Вальдриан, и какие-то методы. Но было бы, конечно, гораздо лучше, если больные пришли ранее. Тогда было бы легче их терапия. Какая классификация инсомнии по патофизиологии? Есть психофизиологическая, парадоксальная, идиопатическая и вторичная инсомния. Ну, вторичная инсомния, каждый понимает, если супер лит, не могу спать. Это вторичная инсомния. Что такое идиопатическая инсомния? Это инсомния, которая уже начинается с ранней детстве, в раннем детстве. Also манифестация в грудном возрасте. Что такое парадоксальная инсомния? Если мы найдем несовпадение объективных и субъективных данных. Also человек говорит, он не спит, и мы в лаборатории сна видим, он спит даже 6 часов. Да, он часто возбуждается, и качество сна плохая, но все равно он спит 6 часов, а человек нам говорит: «Доктор, ужас, я сплю ночью только 2 или 3 часа». Это парадоксальное. Но самое главное и самое распространенное – это психофизиологическое. Это та инсомния, которая начинается с стрессом, после наркотики, человек был в больнице, там ему хирургическую операцию сделали, и после наркоза возбуждается уже инсомния, начинается и различные другие причины, почему такая инсомния может начинать. Что сделать с такими больными? Ну, мы рекомендуем, это вы, наверное, тоже рекомендуете. Во-первых, я рекомендую, смотрите, пожалуйста, в интернет. Там есть правильная гигиена сна, каждый знает, каждый может считать, даже книжки не надо купить. Это, скажем так, 10-12 правила гигиены сна, везде можно их получить. Это во-первых. Ну, много, которые страдают инсомнией, они уже знают эти правила.
На втором степени, на второй степени мы рекомендуем когнитивную поведенческую терапию. Ну, что может человек сделать сном, не пользуя лекарства? Ну, там некоторые способы. Они, конечно, успех этих методов зависит от того, когда человек придет. Если он придет и скажет, уже 10 лет я не сплю, тогда не надо сами рекомендовать такие методы терапии. Самые распространенные методы – это техники расслабления, это одно, и вторая – это укорочение времени сна. Also, у тех людей, которые страдают, ну, не могут заснуть днем, ночью, у тех мы сократим сон утром, сон станет короче, короче, и мы надеем, что с этим образом он больше когда-нибудь через неделю, через две или три недели лучше или легче может заснуть. Очень, ну, скажем так, трудноватый метод, тоже для больных. Иногда получается, но чаще не получается. Но если все это не поможет, что тогда сделать, тогда мы дадим лекарства. Какие лекарства мы сегодня рекомендуем? Ну, мы начинаем, конечно, с фитофармакой. Да, там, вы знаете, наверное, валериана, мелисса, хопфен, вот такие вещества. На втором месте уже мелатонин. Иногда мелатонин помогает, но надо знать, мелатонин больше поможет, чем старше людей. Если страдает кто-то инсомнией, его 30 лет мелатонин не имеет мысли. Обычно уровень мелатонина снижается с возрастом. Ну и потом еще L-триптофан, это очень, очень интересное вещество, можете меня спрашивать об этом позже. Потом есть антигистаминные препараты, это у вас тоже доступны, я знаю. Потом какие-то низкопотентные нейролептики, какие-то антидепрессанты. У нас в Германии, кстати, очень часто дадут антидепрессивные терапии. Но, может, вы знаете, что один очень распространенный побочный эффект у этих лекарств повышение веса тела. И что мы рекомендуем в основном, это такие бензодиазепины агонисты. И кто такие? Это цопиклон, цольпидем, цалиплон. Это те вещества, которые мы сегодня рекомендуем. И какая разница? Разница такая, цалиплон действует за час, только один час. Цольпидем действует примерно 4 часа. И цопиклон, скажем так, 6 до 7 часов. Also если хочется не только заснуть, тогда цалиплон хватит. Но хочется спать долго, хотя бы 6-7 часов, тогда лучше взять цопиклон. Это тоже даже в Германии. У нас эти лекарства доступны уже за последние 20 лет или 25 лет. Но только маловато те врача, которые знают о длительности действия вот этих веществ. И последнее – это бензодиазепины, это те, которые я уже сказал. Оксацепам, триазолам, лорметацепам и так дальше. Вот эти вещества я лично уже никогда не рекомендую. Единственное, конечно, один раз в месяц взять такую таблетку – это нет проблемы. Или если кто-то идет в больницу, не может спать там за одну ночь или за две ночи взять бензос. Для хронического действия я эти бензодиазепины не рекомендую, потому что там большой потенциал привыкания этих веществ. Это то, что я хотел вам сказать о тех заболеваниях нарушения сна, которые не связаны с нарушением дыхания во сне. И моя коллега София будет продолжать с нарушением дыхания во сне. В конце концов, я вам еще хотел показать, это пока здесь еще не... Мы еще не развивали, но будем работать над этим. Конечно, у нас тоже есть, мы в этом году первый раз открыли такую академию сна, потому что люди, которые к нам придут, я вам сказал, очень поздно придут с инсомнией. И лучше, конечно, если уже молодые люди знали бы больше и больше, как надо спать, какие ошибки можно сделать сном и так дальше.
И такая академия может помочь хранить здоровый сон. Да? Мы же не хотим, что все будут больными, все будут больными с нарушениями сна. Окей, поэтому сейчас быстро передам микрофон Софии. Здесь представлена грубая классификация нарушений дыхания во время сна, которая звучит как обструктивное апноэ сна, синдром центрального апноэ сна, синдром гиповентиляции и гипоксемии и дыхание Ченстокса. Желтым выделен синдром, с которым вы, скорее всего, к нам будете наиболее часто посылать пациентов, потому что он наиболее распространен. И в частности о распространенности. Это кривая нарушения дыхания во время сна в популяции. И вот здесь уже, здесь уже видно, что с 40 лет, начиная с 40 лет, она достигает значимых цифр. Только в последнее время стало известно, что нарушение дыхания во время сна очень сильно коррелируется с наличием храпа. То есть чем на этой кривой видно, что чем это громкость храпа, интенсивность храпа на графике, и здесь тяжесть нарушения дыхания во время сна. Чем интенсивнее храп, здесь видно, тем больше индекс апноэ и гипопноэ. Это типичный пациент с нарушением синдрома обструктивного апноэ во время сна. Он, как видите, имеет избыточную массу тела и громко храпит. Ну, ладно, звука нет, но здесь, наверное, видно. Сейчас дыхание остановилось, и эта остановка дыхания будет длиться 130 секунд, 2 минуты почти. Это все в режиме реального времени происходит, и телевизор продолжает дальше работать, а пациент не дышит. Да, 130 секунд, извините, пожалуйста. 130 секунд. Сейчас опять только что задышал. Это 5-минутная запись данного пациента, то, что видят перед собой обычно те, кто расшифровывает полисомнограммы. И данного пациента, этот эпизод, который мы видели, вот здесь нарисован, 130 секунд, вот, это остановка дыхания, да, апноэ. Он сопровождался снижением сатурации кислорода почти до 60%, также увеличением частоты сердечных сокращений и так называемым вегетативным просыпанием, увеличением мышечного тонуса и активацией коры головного мозга. Здесь также пример синдрома обструктивного апноэ во время сна, но также пример сопутствующих заболеваний, которые мы диагностируем во время полисомнографического исследования. В частности, здесь видно, что снижение нарушения дыхания происходит в РМ-фазу сна. Это сон с быстрым движением глазных яблок. Снижение кислорода, видите, как с нормальных значений почти до 78%. В это время ускорение пульса, нестабильная вегетативная реакция. Кроме того, данный пациент имел хроническую обструктивную болезнь легких, что видно, косвенно видно по снижению базальной линии. А также, учитывая очень патологически длинные REM-фазу сна, у него была также депрессия. Синдром апноэ сна классифицируется по тяжести, по количеству эпизодов за час исследования. Легкая степень – это от 5 до 15 эпизодов нарушения дыхания за час, средняя степень – 15-30 и тяжелая – больше 30 за час. А также имеет значение наличие клинической симптоматики, в частности, храп. Это то, с чем к вам будут обращаться пациенты. Приступообразная сонливость, непроизвольное засыпание в течение дня, нарушение засыпания и процесса сна ночью, одышка, сердцебиение, затрудненное дыхание во время сна, ночные поты, нектурия, приступы страха и паники во время сна, утренняя разбитость, головные боли, нарушение памяти, сходное по симптоматике нарушением при алкоголизме или болезни Альцгеймера, депрессивное настроение, нарушение концентрации, работоспособности, потеря либидо.
А также у этих пациентов чаще встречаются сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, коронарная болезнь сердца, инсульт, нарушение ритма сердца, различные как бради, так и тахиаритмии, сахарный диабет, метаболический синдром. Уже не вызывает сомнений много десятков лет, что нарушение дыхания во время сна укорачивает жизнь пациентов. И здесь видно, что висконсинское исследование, это одно из самых крупных, и Sleep Hotel Study показали, что с увеличением индекса апноэ, с увеличением тяжести болезни, выживаемость резко падает. Самым частым сопутствующим кардиологическим заболеванием при синдроме обструктивного апноэ во время сна является артериальная гипертензия. И здесь тоже видно, что при тяжелой степени распространенность ее максимальная. Такие же данные можно сказать и о любых сердечно-сосудистых заболеваниях, в частности, про… Ой, извините, это немножко другой слайд. Здесь говорится, испанское исследование показало, что лечение обструктивного апноэ во время сна CPAP-терапией уменьшает частоту развития артериальной гипертензии. Но очень важно, чтобы CPAP-терапия была адекватной. Достаточное количество дней в неделю, больше 4 дней, и больше 4 часов за ночь. Если меньше 4 за ночь, то как бы данные были сходны с данными без CPAP-терапии, совсем без лечения. При мозговом инсульте смертность также увеличивается, если у пациента имеется синдром апноэ во время сна. Такие же данные про сердечную недостаточность, резко падает выживаемость таких пациентов при наличии сопутствующего синдрома апноэ сна. И это касается в целом всех сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из интересных исследований – это исследование про нарушение ритма сердца. У пациентов, у которых раньше не было мерцательной аритмии, в течение 15 лет наблюдения развилась мерцательная аритмия и в 3 раза чаще, чем у пациентов без синдрома апноэ во время сна. Единственным стандартом, принятым во всем мире лечения синдрома апноэ сна, является CPAP-терапия. Ее принцип состоит в том, что при подаче воздуха через маску при повышенном давлении механически происходит расширение дыхательных путей, верхних дыхательных путей, потому что чаще всего причиной обструктивного апноэ служит их спадение, западение языка и других мягких тканей. То, что следует знать вам, как людям, которые будут вести данных пациентов далее, это то, что успех терапии зависит от выраженности его симптомов. То есть чем более выраженную сонливость имел пациент до прихода, до начала терапии, тем более успешно будет ее применение. Также то, что CPAP-терапия является только средством помощи при апноэ сна, но ни в коем случае не средством этиологического лечения. Сравнимо с очками, если вы носите очки, зрение улучшается, снимаете, оно опять ухудшается. 50% пациентов используют терапию успешно и ежедневно, и у 50% из них приверженность является недостаточной, к сожалению. И для развития, для комплаенса решающими являются первые 2 недели терапии. И около 1/3 пациентов будут, тем не менее, несмотря на использование терапии, иметь остаточную сонливость, к сожалению. Есть другие методы, предлагаемые для лечения синдрома обструктивного апноэ во время сна, это хирургические операции по поводу ожирения, используемые внутри ротовых приспособлений, но они эффективны только при легкой или средней тяжести заболевания и, к сожалению, не на 100% устраняют симптомы и само заболевание. Также раньше довольно часто использовались радиочастотная терапия, которые сейчас применяются крайне редко, и только в случаях, когда нет синдрома апноэ сна, а есть только храп, как звук, который мешает. Она заключается в том, что точечно наносятся разряды и рубцы, стягивая верхние нёбы, как бы убирая звуковой феномен. Но если ее применять при синдроме апноэ во время сна, такие пациенты все равно через полгода-год возвращаются в лабораторию сна, и это лечение признано неэффективным во всем мире. Единственное оправданным
хирургическим вмешательством по поводу апноэ сна является большая хирургия челюстно-лицевая, когда есть аномалии лицевого скелета. У данной пациентки, например, сочетание микрогнатии маленькой челюсти с ретрогнатией, выдвижением назад. И здесь, к сожалению, без больших операций не обойтись. Кроме синдрома обструктивного апноэ во время сна, который наиболее часто распространен, есть синдром гиповентиляции, который может быть по разным причинам. Первое – это хроническая обструктивная болезнь легких, синдром ожирения, гиповентиляции, кифосколиотические заболевания грудной клетки, нейромышечные заболевания. И показаниями к вентиляции являются грубо увеличение углекислого газа крови днем более 55, а ночью более 50, и при кифосколиотических и нейромышечных заболеваниях более 45, и снижение кислорода менее 85, суммарно 5 минут за исследование сна. При синдроме ожирения гиповентиляции СИПАП-терапия или неинвазивная вентиляция легких является первичной опцией терапии, что прописано в рекомендациях по лечению данных заболеваний, которую можно предложить вне стационара. Пробная СИПАП-терапия под полисомнографическим контролем может быть рекомендована пациентам без тяжелой сопутствующей патологии. И при значимых сопутствующих заболеваний в качестве терапии первого выбора может назначаться неинвазивная вентиляция. Для лечения таких тяжелых больных имеется также, кроме СИПАП-терапии, СИПАП – это в переводе терапия постоянным повышенным давлением. То есть один уровень давления, который мы даем пациенту верхние дыхательные пути. Имеются также опции давать двух уровней давления, то есть давление на вдохе и давление на выдохе. Оно помогает и переносить терапию, и позволяет манипулировать настройками как инспираторного, так и экспираторного давления. И это является уже своего рода неинвазивной вентиляцией. Для неинвазивной вентиляции, однако, есть различия. То, что, например, при хронической обструктивной болезни легких и так называемом оверлап-синдроме, когда хобл сочетается с ожирением, потребно давление до 35 см водного столба, при обычной хобл до 30 чаще всего, и кифосколиозы и торакобольные после операции на грудной клетке иногда требуют до 20 см водного столба, и синдром обструктивного апноэ и нейромышечных заболеваний нуждаются в более маленьком давлении. Это пример полиграфии пациентки с нейромышечной гиповентиляцией, где снижение кислорода, видите также снижение кислорода и вегетативную реакцию в ответ. И я показала это для того, чтобы продемонстрировать дальнейшее. Это результат ее лечения, неинвазивной вентиляции, где кислород остается стабильным, так же, как и уровень углекислого газа в крови. То есть эти болезни являются достаточно благодарными для лечения. И один из последних слайдов – дыхание Ченстокса, которое у нас считается терминальным дыханием. На самом деле у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, по литературным данным, оно может быть распространено до 70% ночью. Это крещендо-декрещендо паттерн патологического дыхания, чередующийся с центральными периодами центрального апноэ или гиповентиляции, и чаще всего встречается у пациентов с сердечно-сосудистой патологией или неврологической патологией. Для лечения таких пациентов используется чаще всего адаптивная серовентиляция, отличие которой состоит в том, что она с помощью специальных аппаратов, с помощью специальных алгоритмов мониторирует дыхание пациента. И если он дышит нормально, дает маленькое давление, и в периоды апноэ или гипервентиляции они повышают уровень подаваемого давления. Если пациент задышал нормально, они опять уменьшают давление. И это доказательство, одно из больших исследований, доказывающих, что данный вид терапии у пациентов с сердечной недостаточностью увеличивает за 6 месяцев и значимо увеличивает как фракцию выброса левого желудочка, так и снижает маркеры сердечной недостаточности.
все, что ну, мы рассказывали, уже не просто какие-то новости, это уже прописанные рекомендации, как в кардиологические по сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, нарушением ритма сердца, ХОБЛ, дыхательной недостаточности. То есть это все уже отражается в официальных рекомендациях Европы и Америки. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Извините, перед тем, как мы готовы на вопросы, я принес маленький Quiz для вас. Я уверен, что вы знаете, что вы видите. У каждого больного, который страдает Храпов, наши коллеги ENT, отоларингологи, или мы сами смотрим в нос и смотрим в рот. И посмотрите, пожалуйста, на эту снимку. И проспа такая, если кто-нибудь знает, чего он видит, пожалуйста, кричите, скажите. Это взгляд в нос. Риноскопия, взгляд, покажите в нос. И там что-то движется. Может, кто-то из вас знает, что там движется. Идея есть? Я слышу слизь, я слышу язык, я слышу, ну, как, что вы сказали еще? Ну, может быть, разрастание какое-то дополнительное. Mm-hmm. Или слизистые, если так слизистые. Окей, okay. Я вам покажу, в чем дело. Смотрите, пожалуйста, это взгляд в рот. Я не рекомендую повторять. Also он снутри может сам чистить нос с языком, так сказать. Я не знаю, может вы слышали об этом, это случайно, мы снимали, конечно, есть такое заболевание, называется Ehlers-Danlos, там это бинтегевебе, соединительная ткань, очень длиннее видишь, есть такое специальное заболевание, поэтому он смог сделать такую процедуру. Ja, спасибо за внимание, мы готовы на вопросы.